В день образования областного центра провели торжественное мероприятие «Гордость Магадана». В прошлом веке активно вели поиски мест добычи драгоценных металлов. На окраину страны снарядили экспедиции. Так, 23 июня, 91 год назад, на берегу бухты Нагаева высадились первопроходцы Колымы. Поселок Нагаева основали в 1929 году, а в 1939 он стал городом. И уже к 1939 году, когда 14 июля был образован город Магадан, на этой земле жило 34 тысячи человек. И были построены в том числе улица Ленина, на которой мы сейчас стоим, улица Портовая и много знаковых мест в нашем городе. Также у аллеи почетных граждан города присвоили звание почетного гражданина Михаилу Ашику. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, он 12 лет прослужил в Колымской контрразведке. 24 июня Михаилу Владимировичу исполнится 95 лет. Сейчас он живет в Санкт-Петербурге. С инициативой присвоить ветерану звание почетного гражданина Магадана выступили сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Колымы. Сегодня было присвоено звание почетного гражданина, почетного жителя города Магадана нашему ветерану Ашику Михаилу Владимировичу, герою Советского Союза. Его длительный путь сопряжен с судьбой Родины, со всеми ее триумфами, со всеми ее горестями. И его путь – это был путь служения Отечеству, путь служения народу. Город разделен более чем на 15 районов. Также в Магадан входят поселки Снежный, Уптар и Сокол, черта города. Сейчас в Магадане живут более 92 тысяч человек. Русские, украинцы, татары и малочисленные народы севера. По статистике, население уменьшается из-за переезда магаданцев в другие регионы. Однако власти муниципалитета делают все для привлечения людей в Магадан.